Эдбашадарбыча, сегодня великий наш праздник. Я бы хотел, как депутат Государственной Думы, один из дагестанцев, вы чтобы поздравили. Я от всей души поздравляю всех дагестанцев, россиян с Днем Победы. Эту победу нам подарили наши предки. Наши предки нам показали свое мужество и тем самым стали победителями. И сегодня, до сегодняшнего дня, с тех пор, наши молодые ребята и в ополчении, и в разных странах, везде, и сегодня в спецотряд Украины показывают мужество, вот следуя за нашими предками, за теми предками, которые отдали свою жизнь, и сегодня осталось их слишком мало. Те люди, которые сегодня действительно герои, это все герои, которые воевали и подарили нам победу. Всем здоровья, долгих лет жизни, счастья, успехов. Сегодня мне повезло, что я приехал в Москве вместе с моими земляками, отмечаю этот праздничный день. Всех поздравляю. Спасибо. Здравствуйте, с праздником, с праздником всех. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Так, дорогие друзья, единственный участник Великой Отечественной войны в городе Хасавюрте, вот, пожалуйста.
свободу принял жаркий солнечный май. На площади Веры спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной битве в гармонии воскресенье нам наш солдат. Депутату Государственной Думы Российской Федерации Умаханову Саидпаше Дарбишевичу. Уважаемый Александр Семенович, уважаемые жители города Хасавюрта, я вас поздравляю с праздником. Празднику, который вы нам подарили. Днем Победы. Вам здоровья, долгой жизни, счастья. После вас, как вы подарили Победу, по вашим стопам идут наши молодое поколение. Это наши дагестанцы, вы знаете, все победили также международный терроризм, экстремизм. Далее наши молодые ребята воюют во всех странах. Во всех странах защищают нашу страну и с честью выполняют свой долг перед Родиной. Также вы знаете все, что у нас в Украине сейчас проходит спецоперация, и фашистов, нацистов уничтожают на месте, чтобы мы спокойно здесь жили. Это все вы нам подарили победу, вы показали, как побеждать. И сегодня у нас очень много героев, героев, которые вот хотя и хотели стать похожим на вас, и становятся. С каждым днем, каждым годом мы гордимся нашими россиянами, нашими дагестанцами, горцами. Спасибо вам за победу. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить наших дагестанцев, моих земляков из города Хасавюрта, всех с этим праздником. Это наша общая победа. Победа над нацизмом, над фашизмом, над международным терроризмом. Это мы в свое время показали мужество и защищали нашу страну, нашу республику. И благодаря нам, дагестанцам, нашим ветеранам, в составе Российской Федерации сохранили мы вот эту республику прекрасную. И сегодня мы так празднично отмечаем мероприятие. Вам всем спасибо. Самое тяжелое время я видел мужество наших горцев, дагестанцев, хасавюртовцев. Я видел, как защищали нашу республику, нашу страну. И женщины, и дети, и взрослые, и младшие, и все. Все показали свое мужество. И сегодня вот наш ветеран перед нами, герой Советского Союза и России. Это гордость нашего человечества. Мы гордимся им. Он в Хасавюрте у нас сегодня один остался. И долго он будет вместе с нами. Мы будем праздновать с ним эту победу. Победу, нашу победу. Нашу Россию. Советского Союза победы. Вам спасибо, Александр Семенович. Долгих лет жизни вам. Счастья, удачи. И пользуясь случаем хочу объявить то, что Владимир Абдуалиевич, в прошлом у нас он был руководителем. Он сейчас у нас руководитель фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. И попросил передать вам от него небольшой конвертик. Он не забывает, он сказал, я никогда не забываю, говорит, своих ветеранов, своих дагестанцев, которые защищали в свое время нашу страну. Дорогие мои, сегодня вся страна отмечает 78-ю годовщину победы над фашистской Германией. Гитлер мечтал 7 ноября 1941 года устроить парад
на Красной площади. Но его мечта провалилась. Был рассеян миф о непобедимости нашей армии. Так пусть славится во веки веков наша могучая российская держава. Народы России, мы братья родные, и вся наша сила в единстве. С праздником, дорогие товарищи! Образование город Хасавюрт. Каргалиеву. Салам алейкум. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые хасавюртовцы. Парад у дома ветеранов – это особое проявление уважения подвигов наших солдат, совершенных во время Великой Отечественной войны. Это встреча глаза в глаза, которая пробуждает память и укрепляет силу духа. Сегодня на нашем мероприятии я рад приветствовать депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Умаханова Сагитбашу Дарвишевича, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Ухтарбия Кошманбетовича Аджекова и депутата Народного собрания Гулоева Резвана Алиукаевича. Они приехали для того, чтобы вместе с нами отдать дань уважения конкретному человеку, ветерану Великой Отечественной войны Александру Семеновичу Макухе. Краткую информацию, которую сейчас озвучу. В 1943 году Александр Семенович был призван в Красную армию, воевал в составе 42-й стрелковой дивизии 44-й армии Волховского фронта. В феврале 44 года был направлен на Кавказ и оттуда Иран для приема грузов, поступающих в СССР из-за границы. Демобилизован в 50-м году. Годы мирной жизни Александр Семенович руководил Хасавюртовским городским стадионом. Затем в течение 13 лет первой городской спортшколы. Вел и ведет сейчас тоже активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Участвует и сейчас, раньше участвовал, сейчас тоже участвует во всех городских мероприятиях. За это огромное спасибо. Спасибо за победу, проведя этот парад. Мы всем сердцем хотим еще раз подарить вам ощущение праздника, который стал поистине народным. Здоровья и долголетия, Александр Семенович. Долгих лет жизни вам. От имени Сергея Ильича Меликова, от имени правительства, от себя лично поздравляю вас с Днем Великой Победы. Вы знаете, вот вашему поколению досталось очень тяжелые годы. Мы не только отстояли нашу страну, но после этого и возродили нашу страну. Поэтому мы выражаем безмерную благодарность и гордость вашему поколению. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы вы радовали нас, что когда вот такие мероприятия возле вашего двора проводит городская администрация, и вот столько жителей Хасавюрта пришли вас поздравить, это говорит о многом. С праздником Великой Победы! И я также хотел бы поздравить горожан с праздником, пожелать мирного неба, чтобы все те планы, которые мы сегодня перед собой ставим, и в плане экономики, и в плане сегодня возрождения республики, все, чтобы все осуществилось. И пожелать нашим ребятам, которые сегодня СВО воюют, чтобы они с победой вернулись в наши города и села. С праздником вас! Слово предоставляет легенду. Человек его поколение, который сломал хребет. Председатель ветеранов города Хасавюрта. Александр Семенович, низкий поклон вам. В вашем лице, вашему поколению, которое дало вот эту свободу нашему народу. Мы объединились, мы выиграли. Слава народу-победителю. Благодаря вам мы хотим пожелать вам лично долгих лет жизни, здоровья, радости. Сегодня
это тот же крест, который вы, значит, растоптали, значит, появился на земле Украины. Опять бряцает оружием. Плохо они историю знают, начиная с Наполеона, с развития Наполеона. Четвертый раз они пытаются поставить на колени наш народ. Но пусть знает о том, что победа всегда у нас на руках будет. Народ такой, значит, духом, достоинством, любовью к своей родной земле непобедимы. Это историческая правда. Александр Семенович, многое хочется говорить в ваш адрес. От имени Совета ветеринарного отдела Медрасии города Хасавюрта. От имени руководства отдела внутренних дел города Хасавюрта. От имени ветеранов. От имени, значит, погибших сотрудников в 99-м году, которые отдали самую святую жизнь, свою жизнь, когда, значит, бандиты напали на Россию, на Дагестан. Мы хотим вас поздравить с этим великим праздником. Долгих вам жизни. Мы решили, Совет ветеранов отдела Медрасии по городу Хасавюрт, Александр Семенович, наградить вас вот этой памятной медалью общественной, значит. Вот. Называется участником Великой Отечественной войны 41-45 года. Носите ее на здоровье, долго лет вам жизни. Но прежде чем вам вручить это, среди нас стоит представитель четвертого поколения после Великой Отечественной войны. Вы посмотрите туда, значит, сзади вас стоит парень молодой, Абасов Руслан Гамзатович, сын нашего знаменитого тренера по вольной борьбе, который поехал на Украину добровольцем, получил тяжелое ранение, но сегодня он после, значит, выздоровления рвется на фронт. Он сказал: мои друзья, говорит, там остались, там воевать, говорит. Вот такой непобедимый народ, вот таким характером, значит, кто может вызов бросить против нас? Только Всевышний за нас. Разрешите вручить эти награды вам. Поздравляю всех вас. Дороги были до дума, когда тревоги до степной здоровья. Семидесятивосьмилетней победы Великой Отечественной войны, героям, победившим фашизм, нынешнему поколению, всем посвящается наш парад во имя отчизны. Победа!
Сокол кричит. Они интернационалисты, где вы? Здесь. Памятная фотография.
Сегодня 78-я годовщина. Единственный человек, который остался в Хасавюрте, это вы. Пару слов. Уважаемые хасавюрте, на этом кладбище похоронены солдаты. С Ростова отступали наши войска. В Молчановском саду бомбили немцы и погибли ребятишки. Здесь похоронены. И здесь похоронены из госпиталей умершие. Вечная слава им. Пусть мы будем всегда помнить о них. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, город Хасавюрт вот так единственного ветерана встречает. Смотри, хасавюртовцы всегда на высоте о спорте и во всем. Город Хасавюрт вот так встречают ветерана. Пожалуйста, Хасавюрт, Хасавюрт. Здравствуйте, дорогие ветераны, горожане, патриоты! Гимназия номер 3 от всей души поздравляет вас с Днем Победы! Про вас мы знаем только то, что вы участвовали в Великой Отечественной войне и победили! Нам трудно представить, что пришлось перенести вам, какие тяжелые испытания выпали на вашу долю. Никто, кроме тех, кто жил во время войны, не знает, что это такое. Но вы выстояли, выдержали, победили. Вашему подвигу нет цены. Благодаря вам мы живем, учимся, мечтаем. Спасибо за победу. Слава ветеранам! Наркомовский. Да, правильно.